Что, да, мы, да ладно, мы же дарим радость, Андрей Викторович. Андрей Викторович, мы же дарим радость, ну что же. Дарим, а не говори, комментарий скажи, брат. Шок. 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 Оригинально. И дальше пойдем. Все, да. Да, вы не расстраивайтесь, вас зарплаты не лишат. Охранники — это вообще катастрофа, честно говоря. Мы ко всем вообще рабочим людям относимся с уважением, с глубочайшим. Но когда к нам приходят и несут какую-то чепуху, вы нарушаете закон. На вопрос, какой закон мы нарушаем, он не может ничего внятно сказать. Он говорит, я сейчас вызову Росгвардию. Вызвал и сам уехал. Оп! Всем привет! С вами Ама и Читан Ведь. Ну, парни, дайте шума! Красавцы! А это значит, что мы сегодня в парке Горького и снимаем челлендж. А какой, я вам продемонстрирую. Нужно попасть в воротики и получить браслетик, и подписаться на Чертаны Медиа. А сейчас я передаю слово Игорю Мелин. С вами Мел. Также мы разыграем вот такие деревянные паралицы из бука. Кто простоит дольше меня на руках, получит их бесплатно. На самом деле. А, бесушка-то есть? Ты сам простоишь? Да, конечно, простою. Ну-ка. Вопросов нет. А это значит, что мы газуем. Опа, первая жертва. Оп! Ну-ка! Теперь мимо. Ну-ка, идем, парни, идем. Не стесняемся. Готово? Подождите, прямо сейчас. Он подошел сам. Да похуй как. Я хитрый. А руками тренер. Можно так, бах. Сейчас посмотрим на него. Готовы, точно? Давай. Опа! Ну-ка! Ну, фоточку. Фоточку обязательно сделаем. Готовы? Ну, парни! Далее шуму! Готов? Ты готов? Готов? Давай. Ну-ка, покружились. Быстро. Готов? Ну-ка, опа! И... Так, ребята, сейчас мы еще запишем небольшую рубрику. Будем задавать прохожим вопросы на логику. Посмотрим, как они отреагируют. Девочки, здравствуйте. Можно вам 5 вопросиков задать? Они очень легкие, такие тупенькие. Заняты, да? Хорошего вечера. Спасибо. Взаимно. Девушки, здравствуйте. 5 вопросиков буквально. Нет, быстренько, извиняюсь. Девушки, здравствуйте. 5 вопросов. Нет, спасибо, пожалуйста. Девушки, здравствуйте. Можно 5 вопросиков вам задать? Очень легкие и простые вопросики. Продолжаем? Нет. Готов? Попал или нет? Нет. Не попал? Ну подарок все равно за своего. Как зовут? Ребят, ну как же не проверить маленького юнца? Обязательно. Дети — это счастье, любовь и радость. Надо подарить эту радость им тоже. Согласны? Поехали. Готовы? Готовы? Ну-ка. Сфоткаться со всеми? Давай, конечно. Вот посерединке вставай. Еще кто хочет сфоткаться? Ты по... Вставай. Чертанова? Нет. Чертанова? Нет. Чертанова? Нет. Ну-ка. Вот так, да? Или вот так? Вот так? Все, вот так. Спасибо, ты тоже очень хорошая. Держи, у тебя браслетик дали? Пойдем вот там. Пойдем. А это на руках стоять. Умеешь на руках стоять? Я много. Давай, иди. Браслетик. Ну-ка. Готов? Я играю в футболист. Где играет? Раньше играл в ЦСКА «Спартак». А он взрослый уже? В
А сейчас где играет? Раз, два, его нет? Дай ему вот так. Ну давай, попади по воротам. Ну-ка, парни, вы знаете, что делать? Иди, левша! Как вас зовут? Инна. Инна. Очень приятно. А вас как? А вас как? Меня Михаил. Вы готовы к следующему вопросу? Ну да, я попробую. Что делают кофейные зерна перед смертью? Болят. Окей. Гонка под водой на маленьких машинах. Болевонка. Аква-минерали. Ага. Подумать чуть-чуть. Последнее. Мы считаем дырки в сыре 3 плюс 2. Прекрасно. Можно поаплодировать. Там зритель тебя поаплодирует. Я вам тоже поаплодирую. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего вам вечера. Спасибо. Да, до свидания. Продолжаем. Нет. Там было, братишка. Не, удай. Ну-ка, поворотом пробей. Готов? Готов? Ready. Ready. Готов. Опа. No loop! Oh my god! Хорош! Продолжаем? Нет, стоп! Так, проверим, кого-нибудь мы должны проверить. А вот он на нас идет. Оп! Браво! Ничего себе, ты футболист, скажи мне? Нет. Привет, серьезно? А есть какой-нибудь трек с собой? Чтобы вся Россия узнала. Можешь продемонстрировать, пропеть? И показать, опа. Ну-ка, трехочковый не получился, но потом гол забил. Самое главное, продемонстрируй, нам очень будет интересно послушать этот трек. Вот я написал пару недель назад песню. Не могу припев спеть. Спой, пожалуйста, мы очень хотим услышать. Как же красиво это небо, какие красивые люди. Сколько бы в мире денег не было, ничто не дороже, чем люди. Чтобы любили друг друга, нам еще в детстве говорили. Но появились телефоны, и про людей совсем забыли. Блин. Ой-ой-ой. Браво, я считаю, что это отлично. Это респект. Скажи мне, пожалуйста, это название трека есть где-нибудь в Ютубе? Может, где-то ты выпустил на каких-то площадках, да? Я его выпущу. Называется «Люди». «Люди», да? Ну все, мы же обязательно отметим? Обязательно. Наши драгоценные, дорогие подписчики. Если вы слышите этот трек, поддержите парня. Как тебя зовут? Данил. Очень приятно. Мы Чертаново Медиа. Обязательно от тебя ждем подписочки. И, конечно, тебе браслетик. Это подарок за участие в челлендже. Да. Здравствуйте. Буквально 5 вопросиков можно вам задать. Да, здравствуйте. Сотрудник парка Горького. Опа, здравствуйте. Готовы ответить? Не, мы не готовы ответить. Вы готовы? Что? Ну, вы... Смотрите, мы считаем дырки в сыре. 3 плюс 2. Опа. Можно вам еще пару вопросов задать? Спасибо. Да, они, видите, такие обычные. Гонка под водой на маленьких машинках. Аква-минерали. Так. Что делают кофейные зерна перед смертью? Жарится. Молятся почти. Продолжаем? Нет. Давай отойдем чуть подальше. Сблизи все могут попадать. Ну, понятно, а ты попробуй. Да. Попробуй вот с 11 метров. Человек вот 11 метров. Представь, что ты бьешь пенальти на чемпионат Европы. У тебя сейчас полуфинал. Англия, Голландия, да? Англия, Голландия. Ты за кого? За Португалию. Она вылетела, так что он не попадет. Пошел. А ты почувствовать хочешь? Давай. Ну давай со мной. Бацок, почувствуй. Оп. Еще раз, давай. Я же не умею чеканить, ты знаешь, за что я не футболист?
Ну-ка, ну-ка, поддержку ему! Ну-ка, давай, теперь я. Хорош, давай, попадешь? Да, давай тут поближе, вот отсюда хотя бы. Да, поближе. Ну, уверенно. Ты скажи, спартаковский? Смотри, девушка смотрит. Спартаковский, я уже чувствую. Смотри, ну, девушка смотрит, надо не опозориться. Ты же главное в спор. Нужно попасть воротик. Что за профессор? Я тебе говорю. 18 есть? 18 нет. Жалко. Это вам, девушка. Дай бог вам здоровья. Вы молодцы. Хорошего вам вечера. Ты красавица вообще. Ты подписан на Читан Мини? Нет, нет, давай подпишусь. Опа! Тигрины! Это тигриный лев наш! Иди сюда, не стесняйся. Как тебя зовут? Приезжайте, приезжайте! Влад, очень приятно. Готов? Давай, оп! Эй! Хорош, малой, это тебе. А его нет, это тебе подарок, молодец. А друг твой будет пробовать? Готов? Не-не-не, с наката. Правила челленджа, конечно. Какая у тебя левая нога бьющая? Давай. Оп! Хорош, почти попал. Подарок тебе. У нас новая рубрика, теперь прохожий спрашивает у меня такие же вопросы. Так, загадка. Так. В лесу родился. Так. В лесу вырос. Так. В дом пришел. Так. Всех вокруг себя собрал. Что это? Я не знаю. Правильный ответ – стол. Второй стол. Ответ, очень такой своеобразный. Да. Гроб. Чуть похуже, конечно. Спасибо вам большое. Еще раз хорошего вечера. Фига себе, как завелся. Видите, просто нужно начать отвечать, и вы потом войдете во вкус, ребята. Просто начните, и потом уже по инерции полетите дальше. Еще раз, продолжаем смотреть выпуск. Я сделал вывод, то, что я качу руками. Я вроде футболист, нужно ножками. Сейчас будем отдавать передачи девочкам. Ножками. Девушка, 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 внимание, девушка, 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 пожалуйста, воротики. Вот так вот, спасибо. Надо обыграть. Хорошо, спасибо. Девушки, качок. Девушка, нужно забить. Но. Не стесняйтесь. Забить ворота. Ворота двигаются. Ничего, спасибо за челлендж, за то, что участвовали, это вам. Давай. Брат! Ну-ка, ну-ка, конечно. Девушка, давай, давай. Это вам. И вам, молодой человек. Опять отбить. И подписаться на соцсети надо тоже. Скорее всего, откажутся. Девочки, девочки, извиняюсь, здравствуйте. Пять вопросов. Боже. Ни на логику, ни а школьный будет приз. Будет какой? Вот эта резинка. Может, для волос, может быть, еще что-то. Готовы? Нет. Нужно ответить. Вообще, даже если не ответите, я вам подарю резинку. Блин, нет. Вы сейчас поймете, что это тупые вопросы. Ни на школу, ни на логику, а просто. Поймешь, что смотрите. Тупые, тут не только вопросы. Мышь считает дырки в сыре. 3 + 2. 5. Видите, не так уж и сложно. Ладно, гонка под водой на маленьких машинах. Подводные братва. Аква минерали. Ага. Вырежете, нам нужно повторить. Нет, это все быстренько делается. Все, вырежем так, так, так. Что делают кофейные зерна перед смертью? Молятся. Девочка, вам спасибо. Хорошего вечера, хороших вам фотографий. Все, едем дальше. Раз, два. Оп, оп. Девушка, готовы? И, ну, забить, девушка, забить давайте, нужно, давай. Не стесняемся. Хорошо, брат! Здорово! Похлопали, парни! Да, ну девушка, все, спасибо, так! Первая девушка, которая попала, ну-ка! Готов? Рядом! Со скрипом залетела! Спасибо, пацаны! Точно? Да! На сколько? 100%! Отлично! И! Мимо! Ну-ка еще! Следующая! Кто будет? Ну-ка! Кто следующая? Быстро! Ты готова?
На сколько процентов? Она была на 100, ты должна на 110. Ну-ка! И... Браво! Это вам. Это вам. Девушки, это вам за участие. Спасибо. Я знаю, кто готов. Пацаны, 5 вопросов буквально. Да, уже готов? Уже сегодня было. Но... Было? Очень тупые вопросы. Готов? Мы считай, дырки в сыре 3 плюс 2. 4. Так. Ну, 5. 5. Гонка под водой на маленьких машинках. Акваминерали. Вот это неплохо, хорош. Что делают кофейные зерна перед смертью? Чернеют. Молятся. Все, это были все вопросы. Спасибо. 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 Удачи. Спасибо. Удачи. Удачи. Продолжаем? Нет. Мы нашли претендентов, кто победит меня в стойке на руках. Вот ребята стоят, уже ждут, разминаются. Ну что, поехали? Дается 3 попытки. Кто постоит дольше меня, получается их сюда. Дольше себя или просто тебя? Дольше меня. Считаем. А кто секундант? Это он счет 2 литра пива выпил. 8, 9, 10 и падает. Его даже мяч не сбивает, посмотрите. Бросает. Хорош, 13 бросает. Секунд. Ага. Да нормально. Ты готов? Давай, мы тебя верим. Деревянные штуки не каждый день дарят, ты помнишь? Можно? Да. Конечно. Хорош. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Браво, браво, вот это чемпион. Горёч. Первый же почти претендент сразу отобрал, красавчик. Поздравляю с победой. Помимо деревянных штук тебе вот эта штука резиновая. Да, конечно. Чтобы у тебя на двух руках было все равномерно. Да, есть на двух руках. Надеюсь, они нас не забьют. Шуму дайте, шума. Я не буду кричать в микрофон. Вы готовы? Да. Парень, побежать. Быстрее. Девочки, надо поучаствовать в челлендже. Спасибо большое. Девушка, вы забыли кое-что, это вам подарок. Давай, готов? Только на деньги. Точно? Только на деньги, брат. Точно? На сколько процентов? Ворота сломались. Дружище, тебе браслетик. Да, конечно. Я сейчас не ожидал, что он подкинет. Мы тоже, если честно. И другу своему тоже оставь. Это от нас. Давай, давай. Рома. Да, передам. Спасибо, браво! Ару! Тебе спасибо, ничего страшного, спасибо. Ну-ка, готов? Точно? Хорош, футболист, видно. Тебе браслетик, давай руку. Красава. Ты готова? И. А, девчоночки? Готовы? Еще, потенциально. Да как же так. А вот девушка идет одна, конечно. Ама, да. Я думаю, надо забирать. Да, забираем. Это трофей практически. Забираем сейчас. Знаешь, пытается уйти. Готовы? Парни, вы готовы? Ну-ка, девушка. Девушка, нужно забить голяшечек. Девушка, остановите, мы вам браслетик. Да, вам браслетик, небольшой подарок за участие. Спасибо большое. Опа! И в обратную. Ребят, ну вот и завершился этот праздник, День семьи, любви и верности. Мы этот день провели с нашей драгоценной семьей Чертанова Медиа. Подарили окружающим любовь, радость, а, конечно же, браслетики, эмоции. Вот, хотим напоследок вам станцевать, конечно же, танец кисель. Вы готовы? А? 3, и... Здравствуйте, 5 вопросов буквально. Готовы? Давайте. Гонка под водой на маленьких машинках. Акваминерали. Правильно. Мы считаем дырки в сыре.
Я даже еще не договорил. Все, удачи вам. Все, спасибо. Спасибо. Слушай, аж Куранджи хотел снять с водой. Да, билет вас. Когда мы кидаем воду, и он прыгает. Ты же хотел снять контент с водой, что мы кидаем воду, и ты прыгаешь сюда. Сань, до будки доплывешь? Закасать. За воду, вот тебе купили воду. Сань, закасать. Тут нельзя же плавать. Полторы. Ну давай двушку. Подожди, ты двушка, и ты полторашка? Нет, мы просто на толстом, кто перебьет. Ну я должен в форме это сделать? Ну лучше без, конечно. Просто нырнуть чисто вот с головой, понял? Так вот, вниз, туда вынырнул. И кричишь, ясь. Ну в трусах. Не в шортах. Да, не, без. Ну давай в трусах. Просто без одежды на трусах. Трусах, вот нижний белье. Нет, ты же псих. Сань, только не в этой футболке. Ты же псих. Ты запачкаешь. Оправдайся. Имидж. Нет, серьезно, вы тут это делаешь? За двушку? Или вы? За двушку. За трешку готов. За трешку? За трешку я сам прыгнул. Тебе двушка и ты касать. Ладно, Сань, подожди, 2200. Ты двушка, он касать. Давай вот так. Обязательно с ним сам разбирайся. Нет, ты двушка. Заплачу, да. Касать. Касать? Да. Ладно. Трешка, я ныряю. Давай! Тихо, сейчас прослед. Подожди, его реально пойдет. Чего я не возьму? Да? Сто процентов. Ну ладно, за двушку, Сань, заберут, ты бежишь сейчас. Ты же быстро. Это пока не поздно остановить. Пока не поздно это остановить, давайте это останавливать. Охранник идет. Уже. Отвечаю. Позагорать, если что. Надевай обратно. На свадьбу отложить. Блять, сколько у тебя? Да. Ладно, да, понял. Поняли? Спасибо. Извините. Теперь ты на трёшку. Легкие деньги уходят. Сань, теперь за то, что не выполнил задание, ты трёшку ловишь.